Книги, но и песни, музыка, народное творчество и посиделки для души. В библиотеке номер 28 поселка Управленческий в преддверии Дня народного единства состоялся концерт «Родина – не просто слово». У каждого есть какой-то свой родной уголок, к которому мы стремимся, который нас греет и всех нас объединяет. Любовь к самому месту, где мы живем, где мы работаем. И родные люди, родина, как они слова похожи. Вот здесь мы как будто вот все родные. Когда к нам приходят на мероприятия, мы их проводим много. И вот говорят, как у вас уютно, как нам тут тепло. И вот ведь не каждого же можем назвать вот родным человеком. А вот в нашем таком коллективе сложилось. Да, я знаю, что во многих библиотеках такие радушные люди, которые любят приходить на мероприятия. Для гостей подготовили творческую программу «Песни и стихи о любви к родине». Ты все одолеешь, тобою горжусь, твой путь всей душою, отечество, верю. Судьбу я тебе безоглядно доверю. Люблю я тебя, моя матушка, Русь. В библиотеке проходит много мероприятий, в том числе совместно с районным советом ветеранов. Здесь проходят утренние праздники со всем юными маленькими детьми. Здесь встречаются ветераны и с детсадовскими детишечками, и с младшими классами. Они как-то впитывают, как губка, все сказанное. Они как-то по-другому реагируют. Им все это интересно, глазенки блестят. Но а вот ветераны даже прослезятся. Разве это не важно? Это нужно, это необходимо, это очень важно. Для гостей праздника выступили ансамбли «Околица», камертон, семейный дуэт, родные напевы. Наши ветераны с удовольствием посещают библиотеку. Единство существует и у нас, в районе, в поселке. Мы все очень тесно взаимодействуем. Всегда Россия была великая страна. Советский Союз был в свое время великой страной. И, конечно, важно нам передать это все нашим детям, нашему следующему поколению, чтобы они не забывали и гордились нашей великой страной. Светлана Кудрявцева, Петр Паламеев. События.